Всем привет! С вами Марина из Диномама, и сегодня я покажу вам весенний комплект марки Didrixens. Модель это унисекс, в зависимости от расцветки подойдет как мальчикам, так и девочкам. Утеплителя в ней нету. Ветровочный комплект. Я своим деткам от плюс 5 надевала такой теплоты вещи от Didrixens на теплую флисовую кофту. Мохнатый Didrixens. Что в нем в комплекте есть интересного? У Didrixens достаточно много всяких интересных функциональных элементов. Давайте смотреть. На капюшоне есть светоотражатель. По бокам резиночки. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Капюшон можно отстегнуть и спрятать кнопочки под отворот, чтобы было и красиво, и не намокали они. Светоотражающие вставки для безопасности в темное время суток. Манжет на резинке. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Нижняя часть одинаковой длины. Крупная молния зубастая. Защита подбородка от защемления. Внутри подкладка гладкий полиэстер. На этикетке можно написать имя ребенка. И нижнюю кромку можно утянуть с помощью вот такого вот эластичного шнура с фиксатором. Так, еще одна интересная штука – это система увеличения размера. Вот такие ножницы здесь нарисованы, и вот этот шов, его можно распороть, и таким образом рукав будет длиннее, и так точно до осени куртку можно будет носить и не волноваться, что она станет мала. Сзади капюшон у нас видно, что отстегивается, что рукав реглан, светоотражатель и вот нижняя часть синего цвета. Вторая часть комплекта это брюки. На резинке. И есть шнурочки. Внутри также можно писать на этикетке имя ребенка и подкладка гладкий полиэстер. Сформированная линия колена, шовчики. Подкладка гладкий полиэстер и широкий кусочек ткани, такой же, как снаружи. Это нужно, чтобы влага не попадала. Если попадает внутрь, то она не распространяется выше, так как это происходит, если это подкладочная ткань. Ну, иногда люди любят носить с отворотом, мамы одевать, несмотря на то, что здесь, конкретно в этой модели, есть липучка, с помощью которой можно закрепить брюки повыше, и они не будут болтаться и стираться по асфальту. Сзади вот так выглядят брючки. Задний шов проклеен, чтобы влага не попадала внутрь, потому что швы это слабое место. И еще раз вот здесь покажу липучки. И в брюках тоже есть система удлинения размера. Вот тот же шовчик, который распарывается, и брюки становятся длиннее. Ну, так думаю, что 2, а то и 3 сезона их можно носить. Didrixens позаботился об этом. На этом, пожалуй, все. Жду вас на dinomama.ru. Спасибо за внимание.